библиотеке номер 8, наверное, тоже, кто любит литературу, кто любит общение такое вот неформальное, знают нашу восьмерку. И вот в библиотеке номер 8 подготовили библиотекаря свой такой вот авторский фильм о великой актрисе, о Фаине Раневской. И можно будет этот вот библиотечный авторский фильм посмотреть и потом, естественно, принять участие в обсуждении. Кто еще не был в восьмерке, я всем советую тоже воспользоваться вот этим случаем и прийти на это мероприятие. И вы убедитесь, что ну, действительно, это обсуждение достаточно само по себе вот интересное такое событие культурное, как правило, и можно принять, естественно, в нем участие. Ну и я скажу о таких библиотеках, где, в общем-то, применяются уже и новые технологии. Это у нас библиотека Трешникова, тоже, наверное, да, Алексей Федорович Трешников, он уроженец нашего Ульяновского региона, это известный исследователь Арктики и Антарктики, вроде бы, как бы с искусством, да, вот сейчас не связан, но тем не менее, вот в нашей библиотеке имени этого замечательного человека пройдет тоже такое достаточно познавательное мероприятие. На экране будет расположена карта Российской Федерации, можно будет QR-код снять с любого там места по географии, да, и потом в 3D-очках уже вот посмотреть такой небольшой фильм, фрагмент о нашей стране, об интересных местах, и я думаю, что это тоже будет очень так познавательно и интересно.